И всем хай, ребят, с вами я, Артемий, и сегодня мы будем играть в Roblox в мой режим. Да, он немного обновился. Это обновление хоть. Да, вот, видите, 6.22.2022. Очень классный режим, он, кстати, про машины. Жалко, тут некоторые машины не ездят. Это только на компе некоторые могут ездить. Машины некоторые. Тут у нас есть дофига пасхалок, если вы не знали. Прям дофига. Ну, 3 пасхалки точно. Тут нету. Вот первая пасхалка. Это с доминосами. Такими. Вторая пасхалка. Вот. Вот. Машина. А третья я вам не буду говорить. Что там? А, ладно, ради подписчиков давай. Кстати, у меня только флай. Вам я его не разрешу. Извините. Да блин. Чтоб я его как-то неправильно поставил. Вот. Вот это флопа. Убил челика. Тут написано help. И мы можем умереть от этого челика. Да. Мы можем умереть от него. Это, если что, вода. Вот это вода. Это не небо. Тут вот так мы можем взять этот пистолет у флопы. Да, мы его так можем взять. И тут есть такая стена. Типа, берем вот это. И можем всех... Стреляй, пау-пау-пау, убегаешь от меня. Смотришь мне в глаза, ра-та-та-та-та. Стреляй, пау-пау-пау, убегаешь от меня. Смотришь мне в глаза, ра-та-та-та-та. Блин, Тесла не для телефонов. Вот у нас вот так машина. А, у меня, наверное, вот это просто. Ты просто пышка, малышка, долушка. Да блин!
Вот у нас здесь такое окно еще. Вот у нас машина, я включил спринт. Тут еще туннели такие. И вот этого не было, вот этого. Я вот сегодня прям сделал вот это. Вот этот мост, корабль, фонари вот эти. Вот так. Это я все сегодня сделал. Ну, ребят, наверное, я буду заканчивать. Я каждое обновление вам буду говорить обзор на это обновление. Так что всем бай-бай!